Победителя выявят при любых обстоятельствах. 27 сентября в Иркутской области состоится второй тур выборов губернатора региона. Начиная с сегодняшнего дня, под круглосуточную охрану взяты все избирательные участки. В обеспечении правопорядка будет задействовано почти 6 тысяч сотрудников полиции. В сам день голосования экипажи ГИБДД и ППС будут постоянно патрулировать местность около избирательных участков во избежание провокаций. Напомним, жителям региона предстоит выбирать из двух кандидатур. Это Сергей Ерощенко и Сергей Левченко. Завтра во всем регионе настанет день тишины. Будет запрещена любая агитация за кандидатов. Продолжение темы. 27 сентября в Иркутской области продолжит работу горячая линия региональной избирательной комиссии. Избиратели могут позвонить по телефону 25 64 97 и получить консультацию по вопросам выборов, уточнить адрес своего избирательного участка или сообщить о нарушениях избирательного законодательства. Имя Валентина Распутина присвоят школе номер 12 Братска. Об этом сообщает портал «Город». Подготовить все необходимые документы и установить на здании именную табличку планируют до конца этого года. Заведение было выбрано из-за творческой составляющей в работе с учениками. В музее школы проводятся творческие вечера. Планируется организовать распутинские чтения, встречи с родственниками писателя. Ледокол «Ангара» закрывается на реэкспозицию с 28 сентября по 20 октября. Вход для посетителей будет закрыт. Обновленная экспозиция на ледоколе «Ангара» начнет работу 21 октября 2015 года. В нее войдут коллекции предметов по истории судоходства на Байкале и реках Иркутской области, насчитывающие более 1000 экспонатов. Напомним, ледокол «Ангара» передан в пользование Краеведческому музею 1 августа этого года. Золотая листва, шепот волн и 7 футов под килем. Сегодня в акватории Иркутского водохранилища стартовала традиционная парусная регата «Бархатная осень». Старт намечен из Чертугейского залива. Гонка пройдет в субботу. Гонка пройдет в 3 дня. В субботу утром соревнования продолжатся. Яхтсменам предстоит дойти до бухты Девичья, где состоится ночевка. В воскресенье команды вернутся в Иркутск. В соревновании участвуют больше 30 лодок, поделенных на 6 классов. Зима близко. Об этом жителям области напоминают синоптики. Мокрый снег, который они прогнозируют, пройдет в выходные. По информации Иркутского гидрометеоцентра, в ближайшие дни в области ожидаются влажными. Всюду пройдут дожди, а в северных районах выпадет мокрый снег. Ночные температуры будут колебаться от минус 7 до плюс 3 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. К этому часу у меня вся информация. Напоминаю, если вы хотите стать нашим мобильным репортером, отправляйте свои фото и видеоматериалы на нашу электронную почту. Ее адрес вы сейчас видите у себя на экране. Либо звоните. Телефон редакции 33 13 28. Всего доброго. До свидания.